день, уважаемые пчеловоды. Приветствую вас на YouTube-канале магазина Улей. Голос за кадром, голос Александра. Сегодня мы рассмотрим втулки для боковушек пчелиных рамок. Втулки бывают двух видов, то есть и латунные, или не латунные. Как видите, втулки полностью одинаковые, и отличить их практически невозможно. Но мы сейчас вам покажем, как это можно сделать. Вот эти втулочки по внешнему виду полностью одинаковые. Даже если я сейчас попробую их поцарапать. Сейчас, одну секунду. Как видите, ничего практически не заметно. Вот. Втулки, в принципе, в своем использовании как латунные, так и не латунные, практически одинаково долговечны, но спросом почему-то пользуются всегда больше латунные. Так вот, как же проверить, латунные втулки или не латунные? Очень просто. Показываем вам эксперимент. Мы смешиваем все в одну кучку. В этой небольшой кучке сложены два вида втулок. Одни латунные, одни не латунные. Как же понять, какие латунные, какие нет? А очень просто. Мы берем магнит и сейчас преподносим к втулкам, и вы увидите, что будет происходить. Вот. Вот эти втулки стальные, покрашенные. А эти латунные, они не магнитятся. Попробуем еще раз. Снимаем с двух камер. И как оно работает в замедленном виде, эта магия. Подносим магнит. Вот начинают уже некоторые шевелиться. Ну а теперь опускаем. Оп. Ссылки на оба товара будут в описании под этим видео. Вот, видите, магнит сильный, не могу отодрать. Будут в описании под этим видео, так что, кого они заинтересовали, переходите по ссылочкам. Вот, с вами был Александр. Всего хорошего вам, до скорой встречи, пока!